много веков назад было сказано, что придет время, когда очень будет много лжепророков. И отличить их можно будет только по сердцу. Ложится ли нам эта информация, не ложится ли нам эта информация. То есть Вселенная со всех сторон нас тренирует. Да прислушайся, наконец, к себе. Чем больше мы слушаем других, тем больше мы слушаем себя. А чем больше мы слушаем себя, тем больше мы предаем себя. И по большому счету, такое будет продолжаться, пока мы не повернем вектор внимания вовнутрь. Научитесь слушать себя. Та информация, которая лежит на сердце, близка к сердцу, она ближе к правде.